Дальний Восток – это точка роста, да, и по такому компоненту природных ресурсов, как лесные ресурсы. Сегодня мы провели достаточно обширный круглый стол по перспективам развития именно лесопромышленного комплекса Дальнего Востока. Что такое Дальний Восток? Это более 40% всех лесных площадей России, 25% запасов древесины в Российской Федерации. Ну и, конечно, сегодня пока еще эти ресурсы недостаточно полно используются. И то количество участников, которое было сегодня на круглом столе, а подавляющее большинство людей как раз-таки представляли страны АТР, это представители и бизнеса, и различных организаций, инвестиционных фондов, говорит о том, что перспективы и интерес к освоению именно лесов Дальнего Востока, он находится на очень высоком уровне. Доступность самих ресурсов, да, с точки зрения наличия все-таки достаточно слабо еще пока развитой инфраструктуры, хотя, естественно, здесь есть определенная положительная динамика, и за счет там введения в эксплуатацию новых объектов, новых дорог, появляется возможность использовать и лесные ресурсы, как, например, сегодня происходит в Южной Якутии, которая тоже сегодня является точкой роста для освоения лесных ресурсов. Сегодня корпорация развития Южной Якутии представляла данные о том, что сегодня есть возможность вовлекать в оборот там 6 миллионов кубометров древесины за счет того, что построены соответствующие инфраструктурные объекты. Мы говорим очень часто о древесине и забываем о таких лесных полезностях, как грибы, ягоды, кедровый орех и так далее. А на самом деле экономический потенциал внедревесных лесных ресурсов, он очень часто превосходит потенциал по традиционным там видам переработки древесины. Да, если взять тот же кедровый орех, то сегодня по оценкам мы получаем порядка 300 миллионов рублей дохода от использования там сбора грибов, ягод. И при вовлечении только 1% всех доступных пищевых лесных ресурсов в оборот, доход может составить более 3 миллиардов рублей. То есть перспективы здесь безграничны. Сегодня, обсуждая с коллегами из лесопромышленных компаний вообще перспективы освоения лесов, мы говорили о такой важной проблеме, как лесовосстановление, потому что в сегодняшний момент очень часто бизнес изымает, но нормально не восстанавливает. И в качестве такой системной меры поддержки качественного лесовосстановления мы предлагаем ввести возможность монетизации обязанностей по лесовосстановлению. Сегодня эти обязанности возложены на арендаторов лесных участков. Мы предлагаем сегодня заменить возможность выполнения лесохозяйственных мероприятий, лесовосстановительных мероприятий платежом, и специализированная государственная компетентная организация будет приходить на эти участки и будет выполнять эти работы, либо это будет квалифицированный подрядчик, который будет обладать специальными знаниями, оборудованием, техникой, который может обеспечивать качественное выполнение этих работ. Поэтому вот именно такой сбалансированный природосберегающий подход, который позволяет сбалансированно использовать ресурсы, является нашим приоритетом. Вот если мы посмотрим ситуацию с амурским тигром или с дальневосточным леопардом, вот очень важно сохранять орехово-промысловые зоны. Да? Ведь в орехово-промысловых зонах произрастает кедровый орех, который является, значит, кормовой базой кабана. Кабан, соответственно, в цепочке является кормовой базой, значит, леопарда и амурского тигра. Поэтому, сберегая леса, мы тем самым сберегаем и, значит, кошачьих, да, которые у нас являются предметом и особой гордости, и особой охраны.